Мне нужна твоя помощь! Перед тобой богатейший житель Ахеи. С виду не скажешь. Человек тем богаче, чем скромнее его желание. А у меня желаний нет. Почему столь богатый человек вдруг зовет на помощь? Странно. О, ха-ха-ха, ты умеешь думать. Это просто ужасно, спасите. Расслабься, меня зовут Демокрит. Известен своими рассуждениями, трудами, идеями. Я Алексиос. Твое имя мне не знакомо. Что говорит о твоей необразованности? Ха-ха-ха, перейдем к делу. Начнем с того, что я выяснил местонахождение важнейших трудов по математике. Трудов по математике? Серьезно? Да, серьезно. Эти теоремы в сочетании с моими способны открыть величайшую тайну Вселенной. А ведь тайны, как ты знаешь, любят скрытность. Мне нужны эти теоремы. Твоя награда будет щедрой. Значит... Тебе теоремы, мне награда. Награда от человека, презирающего деньги. Драхмы для дураков. Я дам нечто более ценное. Итак, теоремы. Ладно, расскажи о них. Мне нужны величайшие достижения рациональной мысли. Золотое сечение, теорема Пифагора и апория Зенона. А где я найду теорему Пифагора? Она повсюду. Это загадочное уравнение, судя по всему, было высечено в камне. Что за золотое сечение? А, божественная пропорция. Ей подчиняется архитектура, скульптура и даже природа. Золотое число находится в грязных руках скульпторов Аргоса. Расскажи об апории Зенона. Зенон Элейский, умнейший философ. Я отыщу теоремы. Жду твоего возвращения. Так, ну, равно удалены друг от друга. Ближайшую нужно сейчас достать. Я нашел. Давай. Эти статуи из бронзы не хуже работ Фидия. Мастерская. Общительный народ. Золотое сечение. Отнесу это Демокриту. Окей. Так, вот еще одна разгадка. Загадка. Потом три части можно отнести. Для завершения миссии. Так, дальше. Архитектор, наверное. Совсем рядом уже. Это документ для Демокрита. Но не расчеты. Это сказка. Угу. Так, ну, здесь находится следующее задание. Так, нажмите последний осколок теоремы. Так, ну это под водой, где-то на глубине. Заберите сокровища и, видимо, часть теоремы. Где-то под водой часть теоремы, потому что... Ну, так было задумано. Как раз были изучены некоторые пространства локации самой карты. Ну, что тоже неплохо. Так, осталось собрать...
Культ космоса, ационы. Это собрать сокровища и все, и на выход. Так. Легковато. Надо было легкие ему как-то расширять. Пониже, конечно. Я особо не нырял, я ему не расширял никакие. Так, осталось там два сундука. Я, конечно же, его не улучшал, да, по поводу этого. Нет, чтобы это. Приказывай, капитан! Что приказывать-то? Вот блин. Так, а что он не сделал? Карта. Как раз шторм, но нужно еще попробовать. То есть даже не засчиталось. Все. Что за ерунда? Что за бред вообще? Это, конечно, не очень найс, но... Нафиг, я уже с вами дрался. Хайре, Демокрит. Алексиос. Наконец-то. Что ты принес мне? Так, я все нашел. Я нашел апарию Зенона. Ахилл бежит за черепахой. Она достигает определенной точки. Но когда Ахилл достигает той же точки, черепаха уже впереди. Какой бы точки ни достиг Ахилл, черепаха все равно оказывается дальше. Именно. Это показывает бесконечную делимость Вселенной. Математическая теория в форме сказки. Зенон был умен. Все мудрецы, которых я встречал, были дураками. Но разум ребенка бесконечно мудр. Так, золотое сечение нашел. Это открытие изменит мироздание. Сколько всего интересного должно. Так, стороны неравны. Вначале я не увидел здесь ничего особенного. Но стороны фигуры неравны.
сторона А почти в два раза меньше стороны Б. О, почти. Сумма А и Б относится к А, как А относится к Б. И где это можно применить? Применить? Это можно только созерцать. Божественную пропорцию можно с легкостью обнаружить в самых живописных уголках Земли. Она везде. И нигде. Было трудно, но я нашел теорему Пифагора. Величайший прорыв в истории. Теперь мы можем наблюдать его во всей красе. Значит, Пифагор изобрел треугольник? Гении не изобретают, они совершают открытие. Пифагор обнаружил, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон. Пришлось попотеть, но поиски увенчались успехом. Славно. Теперь я закончу работу над теорией, которая одновременно и разъединяет, и объединяет все сущее. В чем состоит теория? Используя найденные теоремы, я докажу, что Вселенная состоит из бесконечно малых частиц. Чем ближе мы их рассматриваем, тем больше пустота между ними. Это так амбициозно. Нельзя достичь высот, имея скромные цели. Но, честно говоря, у меня есть и личный интерес. Впрочем, как и у всех. Ха, ты был бы хорошим учеником. Когда-то я был влюблен в девушку. Но учеба помешала признаться ей в чувствах. Мои труды помогут завладеть ее вниманием. А может, и сердцем. Не теряй времени. Признайся ей. Что? Сейчас? Однажды ты уже упустил шанс, Демокрит. Зачем повторять свои ошибки? Идем. Ты прав. Я сделаю все как надо. Кто бы мог подумать, ты романтик. Я верил, что Вселенная — это лишь атомы, которые вращаются в пустоте. Так, следующее — это у нас «Следуйте за Демокритом». Теперь тебе есть чем ее заполнить. Получается, что продолжается задачка. Может быть, любовь заполняет пустоту. Да, может быть. Может быть. Скажи это своей поэтессе. Серьезно. Думаешь? Ну, хорошо. Очень интересно. Началось с такого простого. Это так. Она! Гостя. Так, кого их-то? Вот этих. А, ясно. Сдохни! За это ты умрёшь! Неожиданный поворот. Я готов к бою! В принципе, а что было ожидать? Так, что дальше? Демокрит. Мне жаль. Погибла, что ли? Она мертва. Спустя столько лет, все кончено. Спустя столько лет. У тебя есть твои теоремы. В них твоя поэзия. В них твоя поэзия. Уже поздно. Нет, не поздно. Ступай. В другой жизни она была бы моей любимой. А ты учеником. Как мы все были бы счастливы. Как сказал мудрец, счастливее всех тот, кто довольствуется тем, что имеет. Не думай о прошлом, Демокрит. Я скоро пойду, но пока я хочу побыть один. Держи, дай мне плакать потерю. А,
Так, задание выполнено. Подписываемся на канал, ставим лайк, жмем колокольчик. Продолжение прохождения в следующем.